Телепузики, Ольга Валерьевна, пенсионерка, пришла с магазина, с магнита. Это вот 89 рублей, вот желтая цена сегодня. Так масло 100 с чем-то, 109 и выше. Дальше кофе 70 рублей взяла я, 6 рублей это перец черный, молоко 35, майонез 17 рублей, паста томатная 33 рубля, колбаса, вот эта палка 109 рублей по желтой цене, сервелат, вот это 23 рубля, я сейчас щи буду варить, заправка 55 или 54 для щи, яйца 47, капуста, картошка 2 килограмма по 45, лук, морковка, а это сейчас с кофе буду пить, короче, колечки с творогом. Все. Ну, я истратила 800 рублей. Нет, даже меньше, 750, ребят. Нет, 800 рублей истратила, 800. Вместе вот это все 800 рублей истратила. Да, я пенсионерка, и что? Вот. Там много оценки сегодня. Ну, ладно, давайте буду щи варить. Борщ, борщ.